Денис Саргуш, президент Федерации борьбы Абхазии, заслуженный мастер спорта и одновременно тренер юношеской сборной России по вольной борьбе. 74 килограмма, твоя категория, ты внимательно смотрел финал. Разбери эту схватку. Что не так делал, скажем, один спортсмен, что удалось у другого? Ну, по моему мнению, я думаю, Хеток слишком закрылся и ждал от него борьбы. И вторым номером работал. Я думаю, Хетоку можно было в своей манере более свободно побороться. Я думаю, схватка была поинтереснее. А так Джамалов заслуженно победил. Вы видели сегодня все схватки. Провел как настоящий профессионал, как лидер боролся. Но, честно сказать, ожидал, многие, наверное, ожидали Седаков Джамалов финала. Но, увы, в первой же схватке они встретились. Жеребьевка их так свела, то что они всегда боролись на равных. И вот сейчас, как вы видели, в первой схватке был сильнее Хеток Саболов. Ну, в общем, очень интересный вес, 74 килограмма, 4 чемпиона мира, хоть и в 70 килограмм там 3 чемпиона мира. Заур Седаков двукратный чемпион мира в этом весе. Ну, в общем, такой интересный вес был, как всегда. Полуфинал, значит, Хеток Саболов и Магомед Курбаналиев. Да. Очень драматичный. Там был спорный момент. Вот так как ты не принадлежишь ни к осетинам, ни к дагестанцам, я тебя прошу прокомментировать твою точку зрения. Я именно этот момент прозевал, не смотрел. На другой ковер отвлекся, но большинство говорят, вроде правильно оценили действия. По этому поводу не могу ничего сказать. А так, в общем, рад, то, что тренера судят, что мы борьбу вот второй день без всяких эксцессов, без выкриков. И это очень приятно, что Россия проходит в таком плане, в тихом, спокойном. Для тебя борьба закончилась, или ты когда смотришь схватку, ты внутренне переживаешь сам? Переживаю. Я смотрю, переживаю, ты мокрый, да, вообще. Да, да, схватку смотрел. Борешься? Да, хочешь, не хочешь, все равно, да. Нервничаешь, как не нервничаешь, тем более, когда всех ребят знаешь. С ними же боролся? Да, конечно. Да, с ними же боролся, да. Кто из этих всех ребят наиболее вот для тебя сложный соперник и почему? Ну, я не со всеми боролся. Который сейчас с Седаковым, да, с Седаковым так возился, вот он мне казался самым неудобным. По моей борьбе, как я боролся в завязках, все, вот Седаков мне очень неудобным был бы, я думаю, соперником. И несколько слов, раз уж президент Федерации борьбы Абхазии, в каком там все состоянии, что там сейчас делается? Ну, вы в курсе, наверное, что Абхазия не могут выступать на чемпионатах Европы, тем более на Олимпийских играх, но юноши есть, и как бы мы хотим создать такой своеобразный мост через Абхазию сюда, чтобы выступали за Россию. Пока только такие варианты у нас есть. А так есть юноши очень хорошие, одаренные. Я думаю, в скором времени заявят о себе.